Детское радио представляет. И изобретения, и открытия в мире науки. Важные события вам расскажем просто об очень сложном. С Крутилкиным, Вертелкиным все возможно. С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире ну и ну. Новости науки. С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире ну и ну. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Со мной и со мной. Похож ты на комету, нет у тебя скелету. Осьминог, осьминог, у тебя много ног. Точнее, много рук. Ты многоног или многорук? Много голов он, Крутилкин. Много голов. Как это, Вертелкин? Я вижу одну голову. Осьминог, он же не змей Горыныч? Да нет, Крутилкин. Он круче. Осьминоги думать могут не только головой, но и руками. Каждая щупальца осьминога имеет свой мозг. Думать руками? Так не бывает. Бывает. Еще как бывает, Крутилкин. Ты вот тоже иногда руками сначала думаешь, а потом уж головой. Как это? А так это, когда это, зефирки из холодильника таскаешь, Крутилкин, эх. Да ладно, ну ладно тебе, Вертелкин. Там одна лежала, да и та засохшая. Помог бы лучше. Я доклад об осьминогах для научного симпозиума готовлю. Вот, например, такой вопрос. Видят ли осьминоги сны? Как узнать? Для этого осьминога этого разбудить надо. Ну, красивый такой, фиолетовый, щупальца с присосками. Ну, жалко будить. А мы заклинание используем, Крутилкин. Осьминоги же поддаются колдовству. Ну, какому колдовству, Вертелкин? Агуаменти какое-нибудь или Вингардиум Левиоса? И ничего смешного тут нет, Крутилкин. Научный факт, вот смотри сам. О, осьминог, яви свой взор, и свой ты поменяй узор. Вертелкин, осьминог и правда немного узор поменял. Давай я попробую. О, осьминог, скорей взбодрись и над водою покажись. Что? Кто? Где я? Лягушки, ракушки, кто посмел меня разбудить? Я такой сон видел, а вы все испортили, чуды-юды, барракуды. Ой, извините, мы тут колдовство немного практиковали. Какое колдовство? Я вам что, тот, кого нельзя называть? Сейчас вот скажу: Эбублио! Лягушки, ракушки, и превратитесь вы в тыквы. Не надо в тыквы. Не надо. Ладно, не буду. Тем более, что вы ж ученые и в колдовство верить не должны. Ученые, конечно, но... Да пошутил я, Крутилкин, пошутил. Хей! Как это пошутил, Вертелкин? У осьминога же реально узор поменялся? Конечно, поменялся. А узор мы меняем, потому что мы, осьминоги, во сне видим сны. Сны? Прям как люди? Да, Крутилкин. У осьминогов, как и у людей, есть фазы быстрого и медленного сна. Когда им что-то снится, ну, например, погоня или еда, или родной дом, они меняют свой окрас. За него у нас отвечают особые клетки – хроматофоры. Они помогают нам сливаться с окружающим пейзажем, меняя цвет. И когда мы лежим на дне, поджидая рыбку, лягушки, ракушки, нас не видно. И во сне это тоже работает. Сны осьминогов изучали ученые из Института науки и технологий Окинавы. Окинава — это остров такой в Японии. Во время охоты или других активных дел у меня на коже появляются особенные узоры. И они же возникают во время фазы быстрого сна, когда я вижу сновидение. Снится осьминогам дальняя дорога, снятся осьминогам зыбучие пески. Да, у осьминогов снов бывает много, ведь раз
разума чертоги, как море глубоки, как море глубоки. Океан нам снится, холодная водица, и волны великаны, хороший сон вполне. Нам отлично спится, и можем похвалиться, меняем это странно, узор во сне. Узор во сне. Снится осьминогам акула и минога, снятся осьминогам касатки и киты, снятся осьминогам с друзьями диалоги, снятся осьминогам их смелые мечты. Снятся осьминогам, снятся осьминогам, снятся осьминогам, снятся осьминогам. Вертелкин, ты что это делаешь? Покрывало шью. Что еще за покрывало? Супер-пупер. Я, значит, покрою его слоем клеток хроматофор, и будет у нас с тобой, Крутилкин, покрывало-невидимка. Дай-ка мне вон ту коробочку этого вкусного, сдобного печенья. Это зачем? Узнаешь. Сейчас. Так, вот коробка. Держи, Вертелкин. Вертелкин, ты где? Исчез. 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 Так. Обнаружение невидимых объектов. Ревелио! С нами ты не будешь зевать от скуки в эфире, Новости науки. Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.